Сейчас я нахожусь в городе Капан. Я нахожусь где-то на окраине города. Внизу бетонная вымощенная площадка, где играют дети. Там сейчас капает вода. Вот я в таком месте буду сегодня ночевать. Там что-то погода не ладится. Уже на туче. Какая-то дымка над горами. Вот, наверху надо мной дом. И, в общем, место тихое. Надеюсь, меня здесь никто не увидит, не заметит. Вот мой портфель. Сегодня я постараюсь спать без палатки. Попробую положить коврик. Одеться потеплее. И поспать на открытом воздухе. Вот. Такой вот площадке. Сенной. Посмотрим, как удастся эксперимент. Надеюсь, шакалы сегодня меня не побеспокоят.